всем привет. Сегодня будем перебывать сафаря на 37-ю резину. Демпфер мы еще не поставили. Сейчас резину обуем, поедем на развал и демпфер там поставим. Колесики, диски загрузили, все, едем бортоваться. Сейчас сафарь станет на офигенные колеса. Вот эти Годричи, это Никитины колеса, на того патруля мы сейчас поставим. А с патруля сюда колеса поставим. Так, вот диски новые. Так, одно уже колесо переобули, то есть обули. Вообще, матерый работает. Сейчас колесики будем перекидывать. Момент истины, да? На передней это встал. Да, по-моему, у Никиты на повороте. Аккуратно, надо резать. Да. В том году пацан тоже вазик перебывал. Там еще хлещи, блядь, осенью. Жопа не пошла ему. Он откручивал, у него там наварено что-то было. А вот такие нахуй лапки, блядь. Не, у УАЗиков у нас нету больше лаптей. Спасибо. Нет, это тебе показалось просто на фоне УАЗика, походу. Здорово. Пошла гора. Так, вот арки выпилили. Не задевай, ну-ка туда. Самый раз, ну-ка там. Нормально. Друзья, у нас серия продолжается. Едем делать развал на сафаре и ставить демпфер. И наконечники поменяем. Потом поедем прокатимся. Попробуем машину. Будем проверять. Может быть, где-то еще что-то задевает. Где-то, может быть, еще подрезать арки придется. Так что смотрим, не переключаем.
Касани нет на смене, который мне делал подъезд. И ты этот, лебедка. Ну. Так, схождение сделали, демпфер поставили, сейчас поедем проверять. На ходы подвески вообще проверим, что как будет работать. Итак, друзья, проверяем ходы подвески после лифта на Nissan Safari. Вот первая диагоналка, все колесо уперлось. То есть 37-е колеса с лифтом 10 сантиметров все-таки нуждаются в том, чтобы резать арки. Передние арки подрезаны. Но это пока просто пробно, чтобы ездить. Далее будет все резаться грамотно. Загибаться и ставиться расширители будут. Здесь-то еще диагоналка не сильная, да, Игорь? Ну нет, хорошая. Смотри, колесо вывесилось. Ну да. Ну еще ходы есть. То есть еще можно сильнее. Ну вот встань рядом, чтобы понимание было, как вывешивается. Нифига себе. Ну. Полметра, больше даже. Ну все, поехали вперед. Стой! Давай назад! Давай назад! Не, это жопа, это резать надо. Арочка немножко повредилась, но ничего страшного, это все вырежем. Пакли очень много. Поехали до магаза. Итак. В принципе, Никита, они загнулись как надо. Первый тест по диагоналке, по вывешиванию показал вот такой вот. Такой результат. Да, такой результат. Смотрите, друзья, арка была сгнившая. Ее делали, наваривали. Сделано по-безобразному вообще. Но. И загнуло. То есть, так же, прям, ну, как делали. Вот здесь даже следы. Вот он шов. Но он это вырезал. Но. Так что это в будущем все будет делаться. И возможно, обе машины поедут на полную покраску. Да, потому что Раптором вон как покрасили, прям не зачищали. Не грунтовали, вообще ничего не делали. Просто сверху покрасили. Да. На продажу, походу, красили. Демпфер встал у нас здесь. Ну демпфер вроде четко работает. С две стороны он не желает. А у тебя вот это крепление на тягу, он на демпфер было? Которое на рулевой тяге? Да, оно было. Оно что-то. А туда делали. Продолжение серии идет. Сейчас стрельнем и будем проверять, поедем.
Итак, друзья, что, проверяем диагоналку, продолжаем. В прошлый раз колесо в арку уперлось, подрезали немного. Сейчас проверим диагональ. Ну так, стой! Сейчас покажу вообще. Так, вот такой вот пригорок. Сейчас на него заедем, попробуем вывести. Давай, 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 давай. Еще. Оп. Вот так оставь. Это вообще жесть. Это просто жесть вообще. Ты вот заглуши, выйди. Все работает? Да это вообще жесть. Стой! Ну-ка, стой. Оп. Оп, стой, упирается маленько. Чуть-чуть еще дай. Хорош. Подожди. Глуши. Глуши. Это вообще просто нереально его выворачивает. Хода подвески вообще бешеные. Вообще бешеные просто. Ты посмотри, что там. Немного задевает, да? Чуть-чуть. Ну это хуйня. Ну а впереди-то здесь вообще все нормально. Ну все, получается, что вот здесь маленько подрезать, пиздец. Да мне кажется, не стоит трогать. Ты где такую диагоналку слышишь? А вот здесь можно чуть-чуть. Вот прям маленько, вот здесь вот, блядь, вот так. Ну я не знаю, мне кажется, это где так будешь выворачиваться. Так, это прям... Надо на другую сторону. Это прям... Да? Прям сильно, сильно. Сильный выворот, да? Вот вообще. Эти, вообще. По-моему, даже пружина приподнялась, нет? Да, пружина. Да. Видишь, зазор появился. Ну, а там проставочка у меня стоит. Чтобы она не вылетела у меня. Ну, а так. Давай, давай, давай. Давай. А вот здесь уже пластмасска упирается. Давай, давай. Смотри в ту сторону. Ты сюда выдерни, выверни колеса. Вот так, и прямо заезжай. И так будет медленно, медленно вверх ты будешь ползти. Оп, так, оставь. Все, хорош. Хорош. Пружина приподнялась уже. Нормально? Ничего не надо больше делать. А переднюю подвеску. Жопой заезжай. Вот так ровно оставь. Стой. Передок он как-то он. Жопа опять, смотри, как вывесилась. А у них не сбивает нормально. Ну и все нормально. Ну все. Ну что, подведем итоги. 37-е колеса, лифт 10 сантиметров, ну и немножко придется подрезать вам арки, если вы захотели именно Nissan Patrol, либо Nissan Safari в 60-м кузове.
такие аппараты подготовленные. Друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!